А в Самаре стартовал межрегиональный турнир по кикбоксингу. Среди участников спортсмены со всей области в возрасте от 10 до 18 лет. Соревнования провели при поддержке ЛДПР и посвятили 25-летию спортивного клуба «Спутник». О кикбоксинге не только как о спорте. В материале Дарьи Болговой. Большая спортивная сумка, снаряжение и только боевой настрой. Межрегиональный турнир по кикбоксингу. С него началась карьера многих чемпионов мира и Европы. Однако участников привлекает не столько спортивная составляющая, сколько философская. Характер должен быть бойца, то есть не надо бояться препятствий, нужно их преодолевать. Нужно побеждать себя, потому что если ты не победишь себя, ты не сможешь никого победить. Среди участников спортсмены со стажем. До этого занимался боксом. Но кикбоксинг более экстремальный спорт. Там более навыки лучше, приемы. Но все равно для себя также самооборона. Все равно лучше, чем бокс. Пока одни в коридоре готовятся к победе, те, что помладше, на ринге. Для кикбоксинга еще не доросли, но до традиционной русской забавы со срыванием шапки уже вполне себе спортсмены. В этом году турнир посвятили 25-летию спортивной школы «Спутник». Ее создали во времена СССР в 90-м году. Тогда таких в городе насчитывалось 20. За сменой, скажем так, политического строя и с отсутствием финансирования 19 организаций исчезли, а одна организация стоит. Как на пост нас поставили, так мы и стоим. Благодаря, так сказать, энтузиазму, благодаря, так сказать, вот нашему нацеленности все это сохранить. Организации «Спутник» исполняется 25 лет. Среди участников и мальчики, и девочки возраста от 10 до 18 лет. Для победителей специальный приз от ЛДПР. Чемпионат проводят при непосредственной поддержке партии. Для нас очень важно то, что детей мы учим тому, как общаться друг с другом, как общаться с людьми других национальностей. То есть здесь интернациональный фактор тоже играет большую роль. Ну и еще, что мы хотели бы отметить, это подготовка наших молодых людей к защите как семьи своей, как своей малой родины, так и нашей родины, Российской Федерации. Наши руководители региональных отделений, они не употребляют алкоголь и они не курят. То есть это тренд такой у нас идет. Первое и второе. Ну там, вы знаете, вопрос был связан и с другими, скажем так, формами здорового образа жизни. Впрочем, главное, как и в любых соревнованиях, не призы, а участие, так как занятие спортом, тем более таким, как говорят сами кикбоксеры, это уже маленькая победа над самим собой. Дарья Болгова, Виктор Соколов, Новости губернии.